Уже несколько дней в Керчи жители Цементной Слободки переселяются в новые трехэтажные дома. Сегодня новоселов проведал глава Республики Крым Сергей Аксенов, который оценил качество домов и лично пообщался со слободчанами. Никто не был брошен без поддержки, коллеги. Поручение президента выполнено на сегодняшний день в полном объеме. Поэтому, слава богу, благоустройство сделано. На мой взгляд, очень прилично получились два дома. Во многих квартирах уже расставлена мебель, и новоселы обживаются. Глава республики отметил, что новые квартиры кардинально отличаются от прошлого их жилья. Как в общем впечатление? Ну как в общем сказать, хорошо. Не, нормально все. Ну, если просто сказать, то хорошо. В тех квартирах, которых было, а был почти во всех, наверное, в Цементной Слободке, там, ну, могу сказать, конечно, земля и небо. Сергей Аксенов уверен, такие трехэтажные дома выглядят намного лучше высоток и жить в них намного удобнее. Глава республики держал на контроле процесс стройки и отлично знает все подробности. 87, получается. Еще одна квартира, то есть вот там как раз было разделение, одну комнату еще дополнительно для одного из ребят больных, то есть как бы на первом этаже там выделяли. То есть вот площадь около 7000 квадратных метров. 246 миллионов рублей затрачено на строительство этих двух домов. Ну, вот, слава богу, еще раз говорю, вот завершили. Добрый час и людям удачи, которые переселились сегодня. Ну, главное, что у них хорошее настроение. В приезд главы республики каждый новосел получил по микроволновой печи. Слободчане встречали Сергея Аксенова с чаем и пирогами.